Ну что, подписчики и гости моего канала, как видите вы с названия ролика, играю я в Dishonored 2 на PlayStation 4, демо-версия. Достаточно очень длинная демка, что есть очень хорошо. Ну, по мере возможности прохожу ее. Сюжет интересный, герои тоже. Так, нам надо добраться до зараженного тела. Если вы не видели, что было до этого момента, поищите на канале. Найдете прошлые ролики с моим прохождением. Так, надеюсь, вам это понравится. Так, что ж нам надо? Ну, как попасть надо к зараженному телу, там этой мошкары, наверное, да? Так, ну можно дойти, да? 2 метра. Ну, и чё? Использовать. Давайте попробуем. Так. Надеюсь, всё не зря. Так, я тоже надеюсь, что не зря. Давайте попробуем, знаете, что сделать прикол? Давайте. Мы-то уже все равно. О! Будут они его атаковать, нет? Не, насторожились, только, ну, походу, там уже ничего интересного для них нету, поэтому, в принципе, не стали они трогать. Так, ну что, лаборатория сыворотки, 11 метров. Ну, давайте, давайте, побегаем здесь туда-сюда. Может, здесь что-нибудь и получится. Так, ну что, будем спиртягу гнать. Так, у нас есть шприц. Так. Угу. Не хочу думать, что мы там у него взяли. Так, и... Что делать-то? Забабахали мы это. Смотрите, надо горелку, да, логично, горелку включаем. Во, реакция пошла. Ну что, пойдет что-нибудь вырабатываться? Блять, мне звуки не нравятся. Давайте лучше так, как-то она надежнее. Так, ну что, накапало, накапало. Давайте использовать. Надо, он еще стопарик он хапнет. Так, шприц. Я так понимаю, вот эту хрень надо вколоть. Надеюсь, все получится. Сделайте укол доктору Гепати. Ну да, вот. Написала нам игрушка. Для особо одаренных. О, ребята, как мы ее, конечно, уколем. Не знаю. Без свидания, все такое. Становится явно крыша поехала. Я даже не знаю, где ее черти носят. Она же пришиблена на всю голову. Как мы ее уколем-то? Ее вырубить, что ли, надо сперва. Блять, опять это мошкара хреново. Давайте, наверное, опять порталом этим будем пользоваться. Тихо, тихо, тихо. Блять, опять они нам пизды дадут. Блять, немножко вылетело. Так нахер, 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 пошли все нахер. Все? Здесь какой-то комар остался. Так, все. Там те пускай сидят. Ну что, к ней подобраться надо, что ли, да? А, вот, а припыленная, слушайте, ребята. Хорошо. Давайте тогда мы сейчас как-нибудь. Рядом. Ай, не надо нам руны идти, нам надо. Нам надо как-то, блядь, к ней подобраться. Она бегает сумасшедшая, блядь. Еще один факт, что нажать-то надо? Может, шприц выбрать надо или что? Усыпляющий дротик. Слушайте, а если мы дротик ее чпокнем? Она у нас как? Вырубится, надеюсь. Так, у нас же есть окуляр. Блядь. Давайте подождем, она сейчас где-нибудь достановится, а мы ее дротиком цепляющим. Потом подбежим еще этим шприцом в задницу и глядишь, мозги вправим, не? Ох, бегает, он бегает. Че же, всех тут похерачило налево-направо. Морское путешествие. Чую соль, гнев и страх. Блять, ты лучше на одном месте где-нибудь встань, дура, я тебе сейчас помочь пришел, блядь.
Ну, так мы ее сагрим, блядь. Вот стой так, вот сука. Ладно, давайте подождем, может у меня какой-то есть не такой уж большой. Схема прохода туда-сюда. Да, лаву я на крышу поехала, блядь. Так. А, стала-то чуть не дошла не туда, куда надо. Блядь, что ты там творишь? О, блядь, пошла. Сука. Ладно, давайте тут, может, я чпокну. Если... А мне нравится. О, блядь. Она спать будет? Засыпай, дура, блядь. Слушайте, мы столько дротиков в нее чпокнули, она прям в руке торчит. Когда я тебя поймаю, я сделаю все. Ребята, может все-таки ее чпокнуть? Оглушающая мина. Блять, или ее все-таки вырубить надо, а потом. Ну, не знаю, честно, как-то. Для меня лично непонятно. Как мы для нее вообще где-то подкрасться надо, блядь. Давайте попробуем, что ли. Ну, как видите, дротики, наверное, ни хера не подействовали. Ну, кобылу эту. Где ты там? Сейчас, подожди. Да ладно, что сущим, блядь. Вот так вот, ребята. Нет, нет, нет. Не спать. Спать, не спать. Сдамся. Давай, 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 давай. Я не отдам. И кубасит, а? Так. Объект спасен. Поговорить. Давайте посмотрим ролик. Мозги-то вправились. Да. А, простите. Со мной что-то не так. Возможно, я подхватила инфекцию в лаборатории. Нет, ты дротик мой в руке вообще ни о чем не говорит. Сейчас вам станет лучше. Мне удалось приготовить противоядие. Давали яд? Не бойтесь, я совсем разберусь. Если решите отдохнуть пару дней, приходите. Я сейчас живу на корабле «Падший дом». О, ребята, ну... Классно получилось, в принципе. Конечно, можно было ее завалить и не париться, но мы пошли другим путем. Более прикольным, интересным. В итоге получилось спасти жизнь этой дури. Так, что нам теперь ждет? Так, черный ход. Хорошо, давайте возьмем пистолет. Нет, блядь, не так не должно, вот так, наверное. Подождите, а как мы черный ход? Черный ход, ребята. А как мы черный ход? Где-то на первом этаже, на первом я не могу пробраться. Может, и так вот уходить, наверное, опять. Блять, это все опять это срани-то. Летающая. Она мне дорога. Так, на первый, наверное, надо спускаться. Давайте пистолет возьмем. Пистолет. Нет, руны, конечно, штука хорошая. Я согласен. Могу ли я о нем что-то рассказать? Но... Я знаю, что очень стал. Больше ничего. Ладно, так. Руна это хорошо. Прокачивать и все такое. Особо не будем мы на этом тормозить. Так, вот сюда нам надо. Отлично. О, привет. Ты кто? Стой! Где? Кто, блядь? Не, я вот так лучше с тобой. Я крепко бью. Блядь, ты мне что-то скинул. Трусливая тварь. Блядь, это тут херово, тут стрелять будет, сука. Вернись, неудачный кот. Куда ты едешь? Нет,
что мы с тобой будем стрелять, блять, что ли, или что, друг у друга? Ах ты молодец. Вот так вот. Так, от того пистик нигде не валяется, что ли? О, давай подберем. Патрошки нам нужны. Так, что тут интересного нам? Вот такое вот великолепие. Тут прям фронт такой. Да, молодцы. Так красиво нарисовали все. Так, тут ничего такого интересного нет. Давайте пройдем. Так. Живая вышка. Если отключу сторожевую вышку, Меган сможет меня подобрать. Да, но как мне ее отключить? Что-то она мне очень не нравится. Сейчас будут, ребята, боль, фейлы и все остальное, я так понимаю. Так. Как мне туда попасть? Так получше, мне кажется. Давайте пистолет возьмем. Блять, че его не. Все. Все нормально. Нормально. Так, тихо, подожди. А как тебя уничтожить-то? А наверное вот этой вот херотенью мы сейчас ее бомбаним, к чертой матери. Сейчас Вадим Берн будет действовать, блядь. О! Давай еще раз. А? Получится? Блять, она бабахает мощно, ну чё? А, ладно, а давайте еще вот так сделаем. Ну, все-таки вот так я просто... Блядь, нет, монтажная. Блин, жалко, да, ребят, жалко. Нет у меня этого, блядь, монтажного. А как ее уничтожить тогда? Стрёмная хрень. А на чем она вообще работает? Она автономная, она какая-то... Автономная херня, да, получается? Блять. Подождите, а что у нас вообще? Умение. Перенос, изгиб времени. Амулеты, перенос. А где ж это что, бляха-муха? Так, ребята, а где ж, блядь, вот этот инструмент? Этот? Нет монтажного инструмента, бля. И чё теперь я? Вообще задание не выполнишь. Блядь, печалька. Ну я так такие две бомбы на нее кинул. Мне кажется, ей бы пипец было бы. Правильно? А ей хоть бы хны. А как ее уничтожить? Я только вижу там выключатель тот. Блять. Живая вышка. Может какая-нибудь подсказка из здания. Вы видите, строй стражевую. Так, не может подвести. Ну это понятно. Строите королевскую, ну это понятно. Блять, а. А как ее? Задача ясна, ребята. Я вообще-то не въеду, как мне цепь забраться. И что мне это даст? Я могу по ней спуститься, правильно? А что мне это даст? Ну, спущусь я, попаду под луч. Она меня расстреляет нахрен. Или что она там сделает? Да, могу пробраться, да? Ну, в принципе, могу пробраться. А что мне это даст? Нахрена мне это не даст? Мне как-то эту вышку надо завалить, блин.
очередная головоломка. Ну, просто понимаете, я как бы думал, что мне достаточно вот этих вот двух скинуть на меня. Ну, в принципе, логично же, правильно? Блять. А как мне ее уничтожить? Сверху я не могу, снизу. Может, она как-то все-таки не настолько автономная, может, на какое-то электричество, еще чего-нибудь. Ладно, давайте, наверное, мы... Наверное, посмотрим. Отпустить. Не знаю. Он бы ее как-нибудь бабахнул бы. Тихо, ну ты видишь привиски. На башне, конечно, ты видишь. Никто это не видит. Я внутри там сидит. Тринди. Блин, я думал, можно как-то в основании, понимаете, его разобрать. Блять, ну я таких два заряда на нее скинул. Пипец как. Ой, я что-то, наверное, не то включил. Я вот так вот хотел. А что он здесь делает один, так я вообще не могу рубиться, ну ладно. Так. Как мы ее можем сломать, а, ребята? Что-то я не придумаю. Это она на основании стоит тут. Блин, где ничего такого нету, что прям можно было ее уничтожить. Она требует себя уничтожить. О-о-о-о-о, тихо-тихо-тихо, не рычи. Хера у меня там пушка, блядь. Вали ты нахрен со своим светом. Блин, я думал, тут что-то ценное есть. Ни хрена цена нету. Тихо. Блять. Как ей вырубить дуру эту? Такие две бочки на нее скинул. Я думал, ей пипец будет. Ни хрена, блядь. Ну здесь, как видите, тоже ничего мне это не даст, наверное. Блядь. Вот тебе головоломка. Ну, сюда мы слезли, спрыгнули. И что нам это дало? Да, не дало мне. Ой, я не знаю даже, ребята. Ничего такого умного не приходит на ум. Блин, ну я там понимаю, что мне как бы инструмент нужен. Я просто этот инструмент нигде не вижу, понимаете? Может, где подбивать инструмент найти или что? Знаешь, они на инструмент требуют. Типа пишут, что... Типа пишут, что требуется инструмент, но при этом... Я вот сколько не играю, этот инструмент поглазающий, по-моему. Блять, знать бы, где его взять, или что писала бы, хотя где взять инструмент. Потому что
людей. Четко работает, четко. Как мне ее? Блин, а? Да, ребята. Если буду совсем сильно тупить, я тогда, наверное, склейку сделаем, то есть. Начну уже с того момента, как только все-таки не дойдет мозгами, что с ней сделать. Так, ну пока что-то я как-то, блин, растерялся прям. Ну что, мы здесь крутого не находим, так смотрю. Ну, тихо. Дрова. Вот с какой стати верить тому, кто прячет лицо. Ты поварить нельзя, нет? Ничем не могу тебе помочь. Страшные люди лицо не прячут. На помощь! И куда это ты собираешься? Ой, ой, тут их много чего-то. Блять, а чё тут надо? Блять, пиздец он. Посмотрим, что там у тебя. Я не хочу умирать. Тихо, тихо, тихо. Вот так вот. Тихо, спокойно. Ну, как всегда, по одной и той же системе работаем. Сагрели нахрен всех на себя сразу. Завалили всех, кого можно на этом уровне. И все, и дальше спокойненько все. И ходим, и никто нам не мешает. Вот тут я тут, давай, давай, давай. Ага. Ух ты. Четко. Блин, кровавая игрушка, слушайте. Я просто попал на какую-то локацию, не знаю, насколько я выгодно, что я здесь бегаю, но в плане того, что... Как сказать-то? Ничего там много на это даст, что ли? Что я сюда выпрыгну? Вряд ли, наверное. Блин, как же мне эту хрень-то уничтожить? Может, тут еще кто-нибудь заваляется? Блин, крыса готовит. Может, тут еще заваляется в плане какой-нибудь бомбы или чего там? Так, что случилось? Ничего, на халяву живу хожу. Еще крыски, блин. Оставьте меня в покое! Да нахрен ты надо? Так, ну что, какая новая локация, я тут еще не был. Локация новая, проблема старая. Блин, где же мне найти, чем ее бомбануть? Так, ну давай тут можно. Блин, ребят, что делать? Ну, что делать? Что... А, стоп, может за это дадут что-нибудь? Нет, только по соплям. Кошелек, они тут что, жрали что-то? А я такой тут нагло зашел, да? Так, как им не оборвать? Сердце нас пользуется, и чё тут? Руна 14 метров, да? Нет. А чё он туда бросает? Бля, подожди, а чё он? Чё ты туда бросаешь, придурок? Ага, здорово. Оооо, бля, попьё-то. Херово. А, подождите, что я туплю? Вот мы руну нашли. Блин, это, конечно, все хорошо, но...
Ага, как и писала мне, блин. Уничтожить ту башню. Так и пишет. И я смотрю, что особо я здесь ничего такого не выгодовал. Не выгодовал. Надо думать, пациентов доктор Гипатия больше не принимает. Что-то собака, что ли? Чего это такое? Ёлка. Не лучше вы там и находитесь. Ага, кто-то спит. Уф, ты, блядь. Я, конечно, кровавого не хотел. Так, это звуки крыски белые, да? Не хочу этих собак согреть. Что у нас тут еще есть интересное? Пожрать на халяву. Ладно, давайте ничего. А тут что? Хоть по локации походим. Хотя, конечно, мне эта локация-то нахрен не надо. Мне надо. Надо, блин, как-то придумать, уничтожить ту херню. А как ее, блин? Надо инструмент, инструмента нигде не вижу. Может, я его сделать могу, этот инструмент, я туплю, хер знает. Давайте сюда залезем. О, подожди ты, вот там же. Тут они держали, да, вот клетки и все. Ну туда-то я точно открывать дверь не буду. Открыть задвижку. Нет, спасибо, не надо. Хотя, может там что-нибудь интересное есть. Не дела, не очень сорвались. Да не, вроде ничего такого интересного там нету. Ну, через ту комнату попаду я в эту комнату. И что я здесь увижу в этой комнате? Особенно хера хорошего, да? Ну, в принципе, я и так могу. Да. Короче, смысла в этом нет. Да. Побегали мы по этажу, нашли мы новую часть, как бы, ну, неисследованную. Но, блин, что с этой башней делать-то? А, сволочь ты, блядь. Можем открыть, закрыть. Нет. Монтажного инструмента. Хорошо, как же нам перенастроить? Да, нет монтажного инструмента. Блять, как его сделать? Монтажный инструмент, сведения. Создание амулетов. Давайте потратим. У нас одна руна, это ни туда, ни сюда, амулеты, это понятное дело.
Карты находки. Да. Дневники. Задание, сведения. Блин, а? Предметы. Выйти из строя сторожевую вышку. Блять, как вышку-то? Уничтожить. Я вот одна не могу въехать. Уничтожить сторожевую вышку. Блять. Ну, толку-то. Сука ты, а? Я могу либо закрыть, либо вышку я не перенастрою. Я не знаю, блядь, как мне тут ее. Я же тут со всех сторон облазил, походу. Это я не въеду, как ее можно-то? Там я тоже ничего не нашел. Блин, в основании не уничтожить. Только один выход. Мне инструмент этот. А, подождите, что я туплю? Во, блять, кажется, баб можно забрать. А ну давайте. О. Пиздец. Вот и все. Нахер ее. Блять, оказывается, тут два этих. Ну вы поняли, блядь. Всегда на ровном месте, сука. Тут, оказывается, у нее. О! Оказывается, видите, у нее там ж можно было и. А вот пришвартовалась. Все, побежали. Блин, оказывается, там у нее две этих хероборины, блядь. Ну, отсека. Один это взлом ее, а второй это. Надо перепрограммировать, чтобы врагов моих убивало. А второй, как видите, это просто тупо. Я спрячусь, подожду вас. Тупо ее отключить. Так, ну что, давайте это поварим. А как ее убрать, скажите? Ну как? Вот так. Может, пойдем уже? Мне здесь не нравится. Вы готовы? Да, давайте. Да. Возвращаемся на падший дом. Вот, друзья, ну наконец-то мы прошли этот дурдом. Как институт. Гипатия, Комарик ли там? Убийца. Не может быть. Герцог заставил ее принять бракованную сыворотку, и она стала чудовищем. Есть противоядие, она выживет, но если она вспомнит про убийство, ей придется нелегко. А Соколов? Его отправили к некоему Кирину Джиндышу. Придворный изобретатель. Вроде как гений. Еще один гений. Вот отлично. Так, ну вот такие вот показатели у меня. Прошел я этот уровень. Давайте нажмем продолжить. Так, читаем. Вы прошли демоверсию. Откройте полную версию, чтобы продолжить борьбу и оценить Dishonored 2 по достоинству. Вот такие вот. Вот такие вот дела, друзья. Ну что, для демки, я считаю, достаточно много мы прошли. Не каждая демка дает столько пройти уровни. Это раз. Во-вторых, достаточно интересная игрушка. Боевка сделана классно. Сюжет интересно подан. Герои неплохо так раскрыты, я считаю, в этой игре. Поэтому, ну, кто играл в первую часть, я думаю, более чем стоит купить вторую. Но я по возможности времени, финансов, может быть, дойду как-нибудь
дойдут у меня руки до этой игрушки. Вот, поэтому подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, дабы не пропустить того момента, как только я начну ее проходить уже полную версию. Ну и спасибо, что смотрели все эти ролики демо-версии Dishonored 2. Надеюсь, вы подписались на мой канал, если этого еще не сделали. И до новых встреч, друзья!